В Ульяновске перед судом предстанут подозреваемые в хищении денежных средств. Организовал и координировал преступную группу 43-летний мужчина, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Ульяновска. Его сообщники подыскивали в интернете объявления о продаже различных товаров. Далее связывались с продавцами под различными предлогами, получали от них паспортные данные и номера банковских карт. Завладев конфиденциальной информацией, злоумышленники похищали со счетов потерпевших денежные средства путем перевода на аффилированные обвиняемым счета, которые затем обналичивались. На полученные деньги мужчины даже успели купить квартиру в железнодорожном районе. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении одного из задержанных судом избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще шестерым органами предварительного расследования избрано меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Пострадали таким образом 34 человека. Общая сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей.